Торговая блокада на Донбассе продолжается. На редутах сегодня были столкновения. О ситуации там я расскажу немного позже, а начну с последствий блокирования железнодорожного сообщения в Донецкой и Луганской областях. Их на себе ощутили в первую очередь металлургические предприятия Украины. Эту проблему сегодня обсуждали в Кабмине. Миллионные потери налогов, невыплаты зарплат и массовые сокращения работников. Что с этим делать? Интересовалась Ирина Романова. В зале заседания, где обычно собирается правительство, сегодня руководители металлургических предприятий и энергетики приехали в Кабмин жаловаться на последствия почти двухмесячной блокады. Предприятия закрываются, консервируются. Недополучение налогов порядка 1,6–1,7 миллиардов гривен. Это о предприятиях, которые находятся на оккупированной территории. Не лучше ситуация у тех, которые зависят от добываемого там угля. С 1 марта я вынужден вывести в простой четверть своего коллектива. Не понимаю, что делают те люди, которые сейчас блокируют дороги. Мне кажется, что они льют воду на мельницу нашего северного соседа. Мы были вынуждены обратиться за помощью, в общем, к двум основным производителям. Это России и, естественно, Америки. Тобто фактично блокада спонукает купляти вугілля в России. Начиная с февраля месяца. Цена сырья, угля и особенно кокса, готового продукции, который мы планировали докупить в России, поднялось за одни сутки на 37% стоимость. Цена такая, что мы его не можем купить. Те же проблемы и у энергетиков, в частности у тех, которые перевели свои котельни в целях экономии с газа на уголь. В США, говорят, таких марок нет вообще. Из Австралии везти дорого, в ЮАР запасы уже на исходе. Поэтому не исключено, что нынешний отопительный сезон в некоторых городах закончится на месяц раньше. 15-16 числа уголь есть на Сумской ТЭЦ, и там будет нормальное теплообеспечение. На Дарнице до 20-го, ну, Дарницкая ТЭЦ, 20-25, Черниговская ТЭЦ. Эти же сроки, 20-25 число. Премьер призывает участников блокады посетить металлургические предприятия, пообщаться с коллективами, объяснить свои действия и предложить альтернативу, чтобы последствия блокады были менее губительны для экономики украинцев. И я маю надію на те, що кожен, хто сьогодні із блокадників нас почує, мають змінити свою позицію. Але разом із тим хочу підкреслити, що дуже важливо зробити громадський контроль за переміщення будь-яких товарів, щоб ні в кого не було підозр. А уже завтра на заседании Кабмина премьер пообещал принять решение о минимальном импорте товаров с оккупированной территории, без которых невозможна нормальная работа энергетической отрасли. Пока же, говорит, ответственность за такое положение дел несут не исполнители, а организаторы блокады. И за це мають нести відповідальність політики. Я говорив про те, що деякі політики самопомощи політичної партії абсолютно як по нотам говорять те ж саме, що говорять російські бойовики. В такі випадковості я не вірю. Обращаюсь к уважаемому мэру Львова, господину Садовому, главе фракції самопомощи Березюку. Ви почали цю авантюру, в тому числі, мабуть, із-за того, щоб не так внимательно смотрели на ті проблеми с мусором, которые возникли во Львове. Вы будете нести за это ответственность. Либерализм нашего правительства не знает границ. Надо принимать решение. Давайте дадим те полномочия силовым органам, чтобы восстановить здесь ситуацию. И мы эти решения обеспечим. Но отмашки силовикам пока не дают. Надеются договориться. Ирина Романова, Владимир Самченко. Подробности. Телеканал Интер.